Митрополит Новосибирский Бердский Никодим возглавил божественную литургию в храме в честь Живоначальной Троицы села Верхтула. Архиерейское богослужение состоялось в минувший воскресный день. С подробностями наши коллеги. Поселок Верхтула находится в 25 километрах от центра Новосибирска и имеет свою богатую историю, ведущую отсчет от 1654 года. Когда-то здесь был крупный церковный приход, церковь, которая в советское время была снесена. В начале 2000-х годов началось строительство современного храма в честь Живоначальной Троицы. Каждый воскресный день призывает христианина к действию, изменить себя и свое отношение к миру. В сегодняшнем евангельском повествовании о любви заключается весь смысл Святого Писания. Потому что любовь является величайшей силой. Она способна изменить человека. Из врага сделать друга, чужого сделать своим, ближним. И это послание, наполненное божественной мудростью, должно нести в мир все православные люди, преобразовывая жизнь по воле Божией. Как просто, говорит Господь, не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Если хочешь, чтобы тебя любили, люби. Если хочешь, чтобы к тебе с милосердием относились, сам твори милосердие. Если хочешь, чтобы тебе улыбались, ну улыбнись тоже. Если хочешь, чтобы тебе поддержку оказывали, окажи другим поддержку. Эти слова Христа являются законом нашей жизни. Делай то, что хочешь, чтобы сделали тебе. Сегодня можно сказать, что определенный день у тех людей, которые оказывают милосердие. И вот у нас сегодня в храме есть сестры милосердия, которые оказывают такую помощь чаще всего людям, абсолютно им неизвестен. Это не медицинские сестры, которые исполняют свою работу, а это те люди, которые дают свое милосердие всем, кому оно необходимо.